Вы не поверите, но пила для снятия гипсовых повязок с легкостью разрезает сам гипс, но кожа человека остается без единой царапины. Почему? Как это? Мастерство хирургов или что-то другое? Под увеличением отчетливо видны острые зубчики отрезного диска. И на самом деле все банально просто. Дело в нашей коже, ну и не только. Стоит такой профессиональный инструмент более 100 тысяч рублей. И это пила, которая является осцилляторной. То есть особенность ее в том, что диск на самом деле не крутится, а вибрирует с частотой до 24 тысяч оборотов моторчика в минуту. И именно наша эластичность кожи не дает пиле сделать надрез. Смотрите, это видно и на примере с воздушным шариком, который тоже гасит эти вибрации. Повторим.